Ну, сейчас начну. Собираюсь с духом. Так, неправильно. Сейчас начнем. Накидка у нас идет широкая. Кресла большие. Работа объемная. Набираем цепочку по ширине кресел. И начинаем вязать столбики с двумя накидами. Вот у меня по 5 столбиков получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Делаем воздушных петель. Это чтобы косичка потом образовалась у нас. Столбик с двумя накидами, так быстрее работа будет продвигаться. 2, 3. Вяжу помедленнее, чтобы видно было. 4. Так, и 5. Опять пошли столбики. Ой, воздушные петельки, 10 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цвета подбирает сам по своему вкусу. 2, 3, 4, 5. Ничего сложного здесь нету. Потом покажу, как делаются косички. Я обычно 6 рапортов свяжу, 6 цветов, и начинаю подъем. Так полегче будет. Вот 5 столбиков с двумя накидами и 10 воздушных петелек. Тут у меня малиновая получилась в клубочке нитка. Толстоватая, пришлось 4 столбика делать, чтобы не выбиваться с рисунка. Десять. Ну ладно, все, пока.